Друзья, всем привет! Всем доброе утро! У нас 15 градусов, тепло, ветра нет. Сегодня у меня будет работы на улице. Крутить мне сегодня нечего. Вот, помидоры еще пока не наспели, там мало. Думаю, слава богу, я маленько отдохну от закруток. Посмотрите, у меня расцвели розочки. Сегодня Вовин брат позвонил с Искитима и говорит, у них заморозок был минус 4. И до этого был минус 3. В общем, все у них застыло. А мы говорим, а у нас еще цветы цветут. Вчера, правда, я здесь вырезала все, которые цвели, пожухлые, некрасивые. Хотела все вначале майоры выдернуть, потом думаю, не, пусть еще постоят. Плохие выдернула, а эти оставила. Пускай еще глаз порадуется. Вот. А вот это что за цветочки? Я в этом году точно их не садила. Вот. Кто знает, что это за цветы? Может быть, я в том году садила, а в этом году они зацвели? Так интересно, я тут полола 150 раз. И остались живы. Интересно так. Что это за цветочки? Сама не знаю. А красивые такие, маленькие. Так интересно. Вот и розочки распустились. Еще было два цветка, я их обрезала. А эти пожалела. Думаю, ладно, пускай подцветет. Посмотрим хоть какие. Ну, красивые, конечно. Розы, березы. Так, что здесь? Подвязала вот эту георгину. Потому что она так наклонилась, я прямо уже вся... Чуть ли не лежала. Я ее подвязала. Но эти уже жухли. Здесь семянок навыбирала с ночной красавицы. Столько семян вообще. Вон она. Там все черное. Видите, это все же семена. Тут их полно. Вот коробочки. В общем, плохие георгины все оторвала и выбросила. Здесь все тоже сделала ревизию. Плохое все повыдергивала. А это зимние цветы. Это зимники на тот год. Они уже будут сами по себе расти. Уже я их садить не буду. Вот. Здесь сегодня от петуньи. Не знаю, нарвала этих отростков. Водичку поставила. Может, зимой в горшок поставлю на зиму. Хризантемки эти... Цветут он как хорошо, но у нас вроде бы заморозков не обещают. Может быть, и эти успеют зацвести. Вот это беленькие, наверное, а может, наверное, беленькие. Вот-вот уже пораскрывались. Время им, видно, не хватает. И вот эти вот, наверное, какие-то будут, какой-то цвет бордовый или какой. Тоже успеет, не успеет распуститься. Тут все повырывала, повырывала. Здесь что у меня изменилось? Здесь у меня сирень росла. Я ее каждый год осенью вырезаю. Потому что если ее не убрать, тут зимой не пролезешь. Все занесет снегом. И черт меня дернул посадить ее под этот. Молодая была, дурная. Посадила прям впритык. А теперь не знаю, как ее не выдернешь отсюда. Может, отравить чем-то, чтобы она здесь не росла. Потом что здесь? Я... Подруга пришла, говорит, что за фигня? Что она у тебя растет этим кустарником? Сделай, это черемуха красная. Сделай ее, ну, в один ствол. Короче, я все побрезала, подпилила ножовкой. Вот она у меня в один ствол. На тот год раскудряется. Вова, ой-ой-ой, зачем ты вот это все поспилила? Было так хорошо. Я говорю, был приказ все поправить. Так, ну здесь эти колокольчики. Ну, эти уже принимаются, что мне приносили. Вон, зелененькие, вижу, пошли. Ну, растения, вот эти листики зеленые. Это белый будет колокольчик, это розовый. Так, ну все, тут я попрореживала. Сами видите, тут ничего такого лишнего нема. Ой, эти вот многолетки. Мимоска зацветает.
Мне не нравится вот эти. На тот год я их, они, видите, наклоняются. Они такие нежные. Прям их хорошо-хорошо на следующий год нужно подвязывать, чтобы они не разваливались. Красивые. Цветут, гляньте, все лето цветут. Здесь вот эти лопухи, которые у меня тут росли огромными этими листами, я все выкопала и выбросила. Окопник его называют. Он говорит, вообще забивает все на свете. Я же не знала и воткнула сюда. В общем, я выкопала его и выбросила. Здесь вот это все оставила. Оно еще цветет. Глаз радует. А здесь у меня сентябрина зацвела. Все больше и больше цветочков. Георгинки зацвели. Оборву сегодня вот этот перчик. И выдерну вот эти кустики. Перец уже, мне кажется, не вырастет. Так, здесь я срезала цветная капуста. Надо выкопать вот это все, курям вынести. Капусту вчера одну срубила. Что-то она треснула у меня одна. Кочаны так, здоровые кочаны. Вот поменьше чуток. Вот этот вон какой кочанище здоровенный. В общем, капуста нормальная. Растет еще. Капуста нормальная. Кукурузу надо Вове сказать. Последнюю пусть початки вырветесь. Какие тут остались. Говорит, еще есть. Да выкапывать ее, убирать отсюда. Эту капусту, говорю, господи, кукурузу. Подсолнухи все мои повалились под тяжестью. Они еще не вызрели. Так, и видите, я тут что творила? Творила позавчера. Так, вишню, во-первых, я тоже лишние нижние веточки все убрала, спилила. Деревцем так оно у меня все идет. Крыжовник я, видите, обкромсала его, лишнее все повыбрасывала. Его забило даже травой, сильно густой. Вот эту ёшку хотела совсем выбросить. А вот куст, вот еще ветку старую надо, прозевала. Сейчас я ее выпилю. В общем, тоже я ее проредила, оставила несколько веток. Говорю, ну, последний ход тоже. Если не будет тебя, всю это изведу. И вот эту, видите, как я. Тут между ними даже просвета не было никакого. Они уже, вот это уже второй куст пошел, оно же отводки идут. Она уже разрастается, а толку нету. Здесь была войлочная вишня, я ее спилила всю. Нету. И на это место я наложу ботвы всякой разной. Вот это заглушу, этот весь пырей. Ну вот капуста будет, еще у меня помидоры. В общем, сюда буду таскать. Здесь вот у меня еще одна вишенка. Я тоже нижнюю веточку одну срезала у нее, чтобы она шла деревцам. И вот здесь вот была облепиха. Вот здесь вот я ее, видите, нету, спилила. И вон там была облепиха. Я ее тоже спилила. Сухая. А это был мужик облепиха. Я его убрала. И от него уже тоже, видите, остался этот. От него тоже пошли уже отводки. Я говорю, не надо ты мне, дружок, не надо. Невесты нет. И с тобой прощаюсь. Так, ну и все. Вот это я такую работу произвела. Позавчера вот тут пилила. Ну, в общем, каждый день что-нибудь делаю. Сегодня я буду помою окна еще на улице. Вот, до тех пор окна грязные. До тех пор они затянулись этой паутиной, затянула их.
Еще видите, сколько я перчика насобирала? Все, обобрала. В общем, проредила капусту, чтобы она дышала. Обрубила лопатой лишние листья. В общем, сейчас она стала продуваться. И как бы нормально сейчас. Ну, все унесла туда, под забор. Вот. Такие дела. Такая сегодня у меня была сельская работа. И вот еще тут я убрала вилами. Вон два огромных кабака. Ну, это курям. Покрашу. И здесь вот кабачки здесь убрала. Ботву кинула сюда. Сюда буду кидать помидорную ботву, чтобы все это пожигалось, а вот эта вот трава пырейная. И тут осталось помидоры вот эти вот. Ну пусть еще он как тепло. Какое солнце. Тепло, хорошо, пусть порастет еще. Пошла чай пить. У меня там еще обед варится. Пойду доваривать обед. Они вообще сождаются, все. Чего сождаются? Сказал дняк. Денег нет, а не хочется. Что творится? Да уж. Ну вот, друзья, села отдыхать. Все поперемыла окна в круговую. Решетки промыла со шланга, тряпкой их потерла. С напора их промыла хорошенько. В огородчик поставила. Стоят, сохнут. Ну все, все дела переделала. Не осталось мне работы, все сделала. Завтра новый день, новые дела. А на этом я с вами буду прощаться. Всем желаю крепкого здоровья, всем всего хорошего и всем пока-пока.